Когда нарушители не хотят платить штрафы, в работу включаются судебные приставы. Но случается так, что исполнительный лист о взыскании долга приходит не плательщикам, а их тезкам. Опросы счетов даже успевают снять средства. Чтобы максимально оперативно решать подобные проблемы, в Иркутской области заработала специальная горячая линия. По номеру, который указан на экране, могут обратиться люди, на которых из-за совпадения каких-либо данных повесили чужую задолженность. На звонки отвечают только в будни. По выходным нужно обращаться в дежурную часть службы судебных приставов. Специалист расскажет, как можно обелить свою репутацию, какие для этого потребуются документы, и вернуть деньги, если их уже списали со счетов в банках, либо взыскали из зарплаты. Участились случаи звонков граждан, которые ошибочно проидентифицированы как должники по исполнительному производству, в связи с чем Управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области принято решение о выделении отдельного номера горячей линии, куда должники могут обратиться с выявленной проблемой. В среднем специалист на горячей линии принимает в день порядка 10 звонков от таких граждан.